килограмм 400 граммов. Рекорд в ММА. Три боя, три победы. Представляющий клуб Александр Невский. Город Омск, Россия. Петр Я. Петр Я. И его соперник. Ему 26 лет. Базовый стиль. Вольная борьба. Рост 166 сантиметров. При весе 61 килограмм. 600 граммов. Рекорд в ММА. Один бой. Одна победа. Из Гудермеса. Чеченская республика. Россия. Представляющий клуб «Беркут». Харон Арзумиев. И вот Харон Арзумиев. Оппонент. Очень сильный. Петр духом, Ян. Духом все-таки Харон Арзумиев. Да, он сильнее, вообще без вопросов. Не собирался сдаваться. Просто ушел в сон и все. Прихватил начало поединка. И поздравляю Петра Ян. Яна. С этой победой. Как вам, Денис, что здесь вот происходило? Могли бы откомментировать так на коротке? Здесь абсолютно четко вы сказали, что именно нужна, конечно, пластичность, грамотная защита. Но ну, при этом... с самого начала была ошибка, конечно, стороны Харона. Да, да, он залез туда. Отдал шею. Хотя борец, вольник. Понятно там, что в вольной борьбе нет гильотин и удушающих. Это все известно и так. Ну, здесь перестроен уже парень. Ничего страшного, я думаю, что... Да, как... Харон, конечно, расстроен. Ну, Петр Ян-то как раз счастлив. Тайгер Клаб, смотрите, опять еще один парень, который занимается и тренируется в Таиланде. Кубитай.